Лукашенко уже признался, что он диктатор. И у него действительно, как говорится, он в очень тяжелой ситуации. Он, как говорится, ему надо, как говорится, на кресле своему сидеть. И, как говорится, и чтобы его Путин не подмял под себя. И чтобы его народ не смыл. То есть ему надо, с одной стороны, Путин, чтобы его народ не смыл, а с другой стороны, боится Путина, чтобы он не подмял под себя. То есть клятый друг. Поэтому стихотворение на эту тему есть выбор. Быть хорошим и вашим, и нашим, это непросто. Это изнашивает. Легче быть неудобным. Совсем несъедобным. И душой не кривить. Есть кого сократить или повысить? Может быть. Да, Сашка Лукашенко? Ha ha ha.